В матче 19-го тура чемпионата Англии Лестер одержал домашнюю победу над Манчестер Сити со счетом 2-1. Счет в матче на 14-й минуте открыли горожане. Лапорт выполнил разрезающую передачу на Агуэра. Тот быстро вырезал классный пас в штрафную, выведя Бернарду Силву 1-1 со Шмейхелем. И португалец катнул мяч в дальний угол, попав голкиперу под опорную ногу. Счет 0-1. Отыграться Лиесом удалось 5 минут спустя. Варди от левого угла штрафной здорово закрутил мяч во вратарскую, где Олбрайтон избежал офсайда благодаря опустившемуся к воротам Делфу. Марк в прыжке пробил головой в дальний угол, поймав Эдерсона на противоходе. И мяч влетел в сетку, счет 1-1. А на 81-й минуте Олбрайтон навесил с углового в штрафную. Кто-то из защитников выбил мяч головой, но на подборе оказался Рикарду, который мощно пробил в дальний угол ворот Ман-Сити, счет 2-1. Таким образом, после этого матча Манчестер Сити с 44 очками занимает третье место в английской премьер-лиге, на 7 очков отставая от лидирующего Ливерпуля. Лестер с 28 очками на 7 месте. Champions never die, through it we survive, and finally arrive. As the clock ticks, watch our elegance stand strong, this is it. Are you built for this? Yeah. As the clock ticks, watch our elegance stand strong, this is it. Are you built for this? Yeah.